чем Бог? Верят или не верят? Есть такие места, где ни одного верующего нет. Совершенно. Никто не молится. У них все есть. Приходят машины, снабжают их, они загорают на прекрасный взмор. В банке у них счет открыт. Живут в полном своем удовольствии. Злодей, злодействует, злодейский, говорит Исаия, грабит. Они что замышляют, то и делают. Берут совсем взятки, и ничего нигде нет. Сколько не молишься, ничего нету. Почему? Иоанн Златоуст говорит так. Бог иногда медленно для нашей пользы, чтобы мы не унывали в дальнейшем, когда Бог не исполнил, а мы увидели, о, если бы это исполнил, совсем по-другому было. И как хорошо, что Бог сделал не по-моему. Верующие, почти все, имеющие опыт молитвы, скажут, да-да. Я молился, просил и не исполнил. Вначале огорчился, прошло немного времени, а как хорошо, что не по-моему. Слава тебе, Господи. Бог долготерпит. А сколько он долготерпит? Вот представьте, в 17 году внезапно начались перемены. Люди еще не знали, куда все это лето летует. Наконец-то видели, храмы закрывают. Свобода для исповедания, обещанная правителем, была нарушена. Все отняты. Как дальше жить? Стали молиться. Под землей, в катакомбах, Бог тоже слышит.